Хаос начался, ребята. Мама дорогая. Это надо сетку накладывать, штукатурить. Здесь неровная стенка, гипсокартон. Да. Бабах тут мало не покажется. Ну, ребят, все равно надо делать. Надо делать. Пока мне свободный день. С понедельника и такси подрабатывать надо. И Люду возить надо. Сегодня эту комнату сделаю за субботу. А в воскресенье эту комнату сделаю. Тоже постирала, погладила все. Сегодня я все успела. Конечно, я немножко уже устала. Так, пойду проведаю маму. Моя сладкая Коки. Моя девочка маленькая. Вот где она лезет. Конечно. Да я зонтик сделала, выхожу сюда в тенечек. Так, а где же Вера? Ребята, она до сих пор на огороде. Ну, вот такая завзята Зиночка. Вот такая завзята страшная. Дуже завзята. Пахать, пахать и пахать. Я тоже, как негр на плантации. Надела купальник сегодня. Душно, жарко. Наверное, последние денечки. Бассейном так никто и не купается. Во-первых, некогда. Во-вторых, аллергия. Мне на огород выходить, это для меня это сейчас смерти подобно. Мама, мама, молодец. Молодец. Мама, какое это уже сотое ведро? Скажи честно. Завтра драники сделаем, да? Сделаю драники. Она мне нравится плотная, очень крахмальная. Да, слышишь, я поняла, надо, чтобы в доме всегда были яйца. Вот яйцо есть, всегда что-то можно, да, мама? Да. И запечь. Так больше не надо. Да, мы их так и не едим. Редко-редко. Когда... Он картоплынка, гля яка, картоплынка. Да я сейчас подкопала. Я сейчас сразу бульян. Ребята, представляете, девчонки, вот я маме говорю, мам, перчатки, а говорит, неудобно. Да Наташа сегодня попробовала без них. Вот это вот, вот, вот. Ага, ага. Вот я пока их подщепляю, оно же мешает, сползают. Вся в беленьком такая, чистюля такая. Слышишь, ну сегодня в соде попаришь, ма, в соде. Да, чуть-чуть соды добавь. У меня же крема хорошая. Я тебе кремов там дофигища купила. Для рук есть. Умничка убирает. Глицериновый. Да, тяжело, ребята, ну же дожди, как зарядили, не было бурьяна. Мы же пропалывали, и мама горнула скидки всю картошку. Не, что оно было так. Как сколько бурьяна? Два дня на работе. Гляньте, сколько бурьяна выскочило. Слышишь, гляньте, под два дня на работе, два дня дома, ливни. Да, да, да. Опять, два дня на работе, вроде же ничего, так, знаешь, не спят подсыхать, опять ливни. Да. Ой, боже мой, ты что такое, что оно такое? Ой, ну хоть, так, хоть такое, и то свое. Ради бога, Наташа. И то свое. Бывает по-разному. И крупненько дивлюсь, и меленько. Хорошая картошка, хорошая. Смотри, хорошая. Да, хорошая. Мама, плохую сюда. Ну вот, девочки, смотрите. Бесподобная. Так, кто смотрит мои видео постоянно, девочки, наверное, видели, мы как, в какой мы цемент ее кинули вообще. Ветер такой дул, май был сухой, да, сухущий май был в этом году. А кто здесь? А кто здесь? Зайка моя, кто здесь? Ой, ты моя лапулечка, тигрюлечка моя. Конечно, она только возле Веры. Только возле Веры, моя зайка. Самая-самая дорогая мне кошечка на свете. Это тигрюля. Да, да, моя зайка. А где Лютик? Ушел, да? Был с тобой. Ну, только что здесь. Так, Лютик такой красивый, такие носочки, лапки беленькие, да. Я люблю, когда он... по соседям бегать, я так переживаю. Он не будет бегать, мама. Это тебе не Лёва. Да что такое, моя сладкая? Моя сладкая, да, да. Ой, все, нос забивается страшно. Ладно, пошла дальше я обои сдирать. Давай. Пошла. Мам, заканчивай на сегодня, хватит. Да, 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 да. Нет, так, что мне отнести ведро это, да?
Я к сараю поставлю, а ты там сама разбей. Ой, ой, падает, падает. Я все равно все убираю, все по своим местам. Вот так вот картошечка, вот так урожай. Ой, пюре такое вкусное вчера было, просто. Наташа, очень хорошая картошка, очень вкусная. И это ж, я купила вот здесь, на Озерке брала, 2 мешочка я взяла по 10 килограмм. И сколько мы уже собрали, сколько мы все, 20 килограмм посадили. И целое лето. И тебя на работе угостили какой-то мелочью. Ну это там. Это там, тут вся покупная у меня, тут я все покупала. И вот, пожалуйста, купить 20 килограмм, ну килограмм 100 собрали точно, мам. Это... Без грязи. Это без грязи, и то, что мы. И плюс то, что мы ели все лето. Копали, копали. Да, еще. Ой, мамочка, да, молодец. Вот как я люблю, еще. Когда она вот так вот убирает. Да, и вот он, все в бурьяне. Не, Наташа, глазам страшно. Страшно, мам. А мне прям так, люди свидетели, сколько я косила, сколько я старалась. Гляньте, опять сколько оно всего повырастало. Это ужас. Раз в 2 недели, раз в 3 недели косила. Да, да, сладеська, сладесечка моя, маленькая. Да, страшно, руки делаешься. Так, ладно, пошла я. Как она интересна, наверху, да, свеколка растет? Прям наверху. Ой, это сколько уже повырывала, это ж заправку для борщу делаю, и все ж в банке. О, хорошо. Это как раз такой хороший борщевой бурячок. Кто скажет, что вот это вот один куст помидор? Ну кто, ребят, ну кто поверит? Ну вот кто поверит, что один куст помидор? Сейчас вот залезем вглубь. Смотрите, один корень. Не знаю, видно вам? Один корень. Вот. Вот такое вот дерево. Надо семена собрать с этого помидора. Вот таких вот посадить. Сколько я уже собрала с этого куста? Ребята, сколько я собрала уже помидорчиков. Вот это сорт, даже не знаю, что это за сорт, но я просто, мама, видите, вяжет его и вяжет. А вот на семена огурчики мама собирает. Давно говорила, мама, ты будешь дома, мне будет только помощь. Я смогу хоть нормально где-то пойти, поработать, заработать денег. Побольше, чем ты на том своем дурдоме. И она сейчас это поняла. И она меня так разгрузила, просто разгрузила. Я хоть немножко и сама могу отдохнуть, ребята. Хоть чуть-чуть. Да, хоть чуть-чуть Нателла может отдохнуть. Да, да. Мои сладкие, мои девочки. Мои девочки. Вот корм у них стоит. Корм. Тогда девочка мне. Вот. Она сама из Днепра, сейчас в Польше. 2 мешка выслала. Мои дети кушают. Нет, 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 нет. Все, все, все. Тигря, тигря. Нет, нет. Понемножку, понемножку. А вы все. И вот еще один пришел. Лютик, зайка. Нифига себе комната получилась. Самое что интересное, у моей Люды такой ресторан в главных ролях. Тоже вот такой вот. Беспредел. Типа лофт. Точно такие стены, вот такие вот, ребят. Это все клеем сверху покрыто. Вот такой лофт. Да. Да, естественно. Вот люди с ума сходят, да? Что тут только не было. Сколько лет. Смотрите, было и побелено, и покрашено. Память. Память стен. Это пристройка с 1950 года, ребята. Офигеть. Меняем все. Меняем все. Помаленьку, помаленьку. Сразу столько места стало. Ну, какому-то будет большая. Это ж надо было мне вот так вот взять, покрасить, бляха-муха. Вернее, не покрасить, а поклеить красными обоями. Что было в голове? Ну, какая-то или другая позиция. А это вот тоже. Ну, что, ребят, тоже уберу. Будто все будет светлое. Все будет светлое, а не темное. Ну, это было видно мода, веяние моды какое-то. Такие же обои толстенные.
Стены. По стены. Ух. Вот так вот. Вот это мочить, мочить, мочить и замачивать. Здесь они плохо отдираются. Здесь на века приклеены. Хорошее качество обоев. Вы посмотрите, что делается. Видите, гусениц. Этих гусениц у меня в комнате дофига и больше. Офигеть. Что значит жить у реки, ребята? Да, кондубасится. Страшно. Людочка только что еле зашла в свой инстаграм. Представляете, ее аккаунт взломали. Но она быстренько кинулась, написала письмо. В течение 2 часов ее аккаунт вернули. Столько мошенников развелось. За деньги потом возвращают. Но нам повезло. Бесплатно вернули. Вот так вот с YouTube-каналом. Мне на почту пишут очень много, но я не отвечаю на электронку, потому что очень много пишут мне писем. Я читаю, но не отвечаю, потому что боюсь взлома. Потому что все-все ребята взламывают. Все почты, все аккаунты. Сейчас, чтобы мой канал, вот, допустим, купить, мне предлагали $5000. С 5000 подписчиками стоит $5000. Правильно, потому что этот канал уже прибыльный, уже есть подписчики, уже есть рейтинг у него. Ну, никогда и ни за что. Никогда и ни за что. Я помню, девочки украли канал. Так мы всем миром, у Аленки Зеркальной, всем миром возвращали. Вернули. И там те люди свое видео размещали. А канал был монетизированный. И когда вернули, вся монетизация пошла ей. Так что девочка еще и заработала. Там, по-моему, $200 или 300 заработала за 2 недели. Так что, ребята, надо быть аккуратным с этими почтами, аккаунтами. Ой, да, открыточки мои.